Всем привет, ребята, с вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое крутое и страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, сегодня я заказала для вас на сайте Darknet говорящего Тома. Ребята, это просто бомбическая была трата денег, и стоит он 300 баксов. Прямо сейчас мы с вами отсчитаем 300 штук для того, чтобы нам привезли эту игрушку говорящего Тома, доставили ее прямо сюда, а мы ее раскроем и узнаем же, что внутри говорящего Тома с сайта Darknet, ребята. Они сказали, что стоит эта игрушка 300 штук баксов. 300 штук баксов — это сколько, Дима, в рублях? Это дофига. Короче, умножьте 300 на 80 сейчас курс доллара. Просто обалденно. Так, ладно, куда мне положить бабосики, чтобы их никто не стырил? Положим пока вот сюда, пусть лежат. Так, ребята, короче, мы их завернем в специальную фольгу. Это условия Darknet, чтобы там они не помялись, не испортились. Чу. Собаки что-то уже чуют. Итак, ребят, пока мы с вами не отнесли эту денежку, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. И не забудьте подписаться на инстаграм, _ Ирина Ясинская, ведь там я общаюсь с вами в директ. И не забывайте писать позитивные комментарии под моими постами. Погнали! Ребят, я посмотрела некоторые видео, где другие блогеры, они тоже заказывали игрушку говорящего Тома на сайте Darknet. И когда они разрезали его, он, во-первых, был как будто одержимый, живой, а во-вторых, внутри была полная дичь, ребята. Я не знаю, что положат туда организаторы Даркнета нам, но я думаю, что это точно будет как-то криптово и страшненько достаточно. Поэтому я надеюсь, что это будет жесть, видео будет достойно лайка, ведь я все делаю для того, чтобы было супер бомбически интересно. Итак, мы договорились оставить денежки здесь, и обязательно нам нужно сделать, ребята, фото. Я отправлю курьеру о том, что мы выполнили свои условия. Так, где у нас тут камерка? Сейчас, секунду. Ага. Так, отлично. Делаем фото. Все, ребят, фото готово. Отлично. Блин, нам надо поторопиться, потому что у меня телефон уже почти сел. Короче. Так, ребят, вот я сделала фотографию. И сейчас мы ее... Так, низкий заряд. Сейчас мы ее отправим. Так, сейчас. Окей, все. Денежка оставлена, фотография отправлена. Теперь нам остается только ждать, когда курьер принесет нашего говорящего Тома. Итак, ребята, мы ждем уже практически час. И... Ага, отлично. Отлично, отлично. Так, пришло сообщение. И вот он, пакетик, ребята. Пакетик, я так думаю, что там и есть этот говорящий Том с Darknet. Ребята, пойдемте уже его забирать. Блин, я нереально волнуюсь, потому что, ну, фиг его знает. Может быть, они из этого кота сделали, я не знаю, куклу Вуду, например. То есть он реально может быть живым и ожить, когда мы там его, я не знаю, разрежем. Но... Да, все, берем. Берем пакетик. Офигеть, смотри. Офигеть, мордашка кота. Короче, ребята, пока он не дает никаких признаков жизни, но сейчас мы его пойдем и разрежем, посмотрим, что внутри. Это давайте открывать нашу посылку. Осторожно. О, нога вывалилась. Слушайте, на первый взгляд игрушка как игрушка, а обычный кот Том, похожий. Эхо, нифига себе. Потрогай. Очуми. Смотри, они прям реально там что-то зафигачили и прям обалденно сделали шов. Прям такое ощущение, что их там целый склад шьют этих игрушек. Прикинь. Сюрпризом внутри. Привет, я говорящий Том, я живой. Том, ты живой? Том, ты жив? Ну, нет. А глаза вообще реально как живые. Эй! Everybody home? I don't know. Окей. Okay. Я говорящий Том, я тебя съем.
Ничего, сейчас мы тебя сами съедим. Так, ну там реально что-то внутри, но он неодержимый, потому что признаков жизни он никаких не дает. Давайте его разрезать. У меня тут приготовлены ножнички. И погнали. Опачки. Бедный, бедный, бедный Том. Черт, что это такое? А, черт, Ирина, ты меня привод! Черт, он напал на меня. Держи его. Он ногами дергает. Держи его. Фу, я вся испачкалась в нем. Держи его, держи. Держи. Слушай, что он делает? Все, все, я держу его за голову. Держи, держи, держи. Все, я за шею держу его. Офигеть. Может быть, его чем-то прибить? Гвоздями или приклеить? Его нужно как-то привязать. Может быть, скоро? Держи его! Сейчас. Блин, он реально живой. Офигеть, это кукла Вуду заговоренная. Держи его, держи. Держи, сейчас я его лапу. Никуда не денешься. Стоять. Стоять. Черт. Бешеный курас. Держи его, держи. Держи его за голову. Сейчас я его привяжу тут. Офигеть, просто, ребята. Реально, там или какие-то батарейки движущие, или он реально живой. Я ничего уже не понимаю. Черт. Да все уже, все, все! Он угомонился? Все, он никуда не денется, я его привязала. Все. Фу, жесть, ребята. Че, давайте посмотрим, что внутри там этого Тома. Теперь он привязан, и теперь он точно никуда не денется. Так, погнали. Чё там у тебя, Том? Чёрт! Смотри, он весь истекает просто. Из него какие-то червяки полезли. Блин, просто трэш. Просто трэш. Ладно, ладно, ребята, давайте ставьте лайк. Я лезу туда и достаю то, что я первым там увидела. Посмотрите. Ребята, это просто жесть. И здесь чей-то череп. Череп весь красный. Ребята, как будто он испачкан кровью. Я не знаю, ребята. Может быть, кот Том жрал какого-то маленького человечка. Игрушечного человечка. Может быть, эта игрушка реально была живая. Я не знаю, может, она была заведенной. Что там еще? Господи, посмотри, тут кишки его. Или что, его просто сожрали. Какие-то червяки. Его, черт, он был живой. Его жрали червяки. Посмотри. Посмотри, что я достала. Это просто жесть. Что это такое? Это... О, боже. О, о май гад. Это какой-то медальон? Это медальон. Это такие люди носят медальоны именные. Посмотри, тут написано имя. Офигеть. Кого он съел? Тут написано Джинджер. На имени написано выбито Джинджер. Очень плохо видно. Это его подружка? Джинджер. На камере, наверное, не передать. Там написано Джинджер. Он что, сожрал свою подружку? Вместе с логотипом, с ее с эмблемой. Может быть, это была это на игрушке была такая прицеплена на Джинджер. Просто жесть. Я себя чувствую каким-то хирургом. А это что такое? Это что такое? Это золотая монета? Ребята, это реальная золотая монета. Посмотрите. Это монетки, как в игре. Он когда играет, собирает. Монетка. Что-то еще я чувствую там. Еще одна монетка, ребят. А это что такое? Офигеть! Что это? Это глаз. Это огромный глаз от игрушки. Он сожрал, что ли, какую-то другую игрушку? Гигантскую. Посмотри, какой у него маленький глаз. И какой огромный этот глаз. Это просто жесть. Походу, этот ком... Походу, этот кот Том пожирает другие игрушки. Он сожрал Джинджер, он сожрал какую-то еще игрушку, он сожрал еще какой-то череп, и я не знаю. Офигеть просто. Что там еще? По-моему, еще одна монетка. Еще одна монетка. Так, там еще что-то чувствую. Погоди. Просто куча, куча. Еще одна монета. Четыре монеты. Офигеть, он, видимо, недавно просто... Недавно пообедал, если он реально был живым. Я просто не могу в это поверить. Просто жесть. Ладно, давай дальше выковыривать. Я чувствую там что-то еще.
блин, сколько там этих червяков. Они одни червяки. Он жрал, что ли, червяков. Слушай, я походу там больше ничего нет. Все. Все, ребята. Просто весь пух, посмотрите, весь пух из чего сделан. Офигеть, просто это нереально страшно криптовая игрушка с сайта Darknet, ребят. Посмотрите, мы нашли 4 золотых медальона. Мы нашли глаз, мы нашли медальон Джинджер. И это веревка от них, и просто какие-то кишки. Я просто в шоке. И череп еще, мы нашли череп. Ребят, это просто жесть. Вы видели, он реально двигался. Мне кажется, этот кот был заговорен как куклу Вуду. И он жил какое-то время, пока я до конца его не разрезала и не вынула все, что давал ему жизнь. То есть эти медальоны, все это было зашито в него, чтобы он оживал. Это просто нереальная жесть. Дим, черт! Посмотри, что происходит, Дим! Что за черт? Это жесть, я не знаю, он чё загорелся просто! Я не знаю! О, жесть в глаза! Подожди, надо разобраться! Черт, мы все сгорим! Я что? Фу! Кошмар! Он загорелся! Я не знаю, что случилось! Там вроде бы ничего не было, господи! Не трогай его, не трогай его! Я не знаю, может быть, он сам уничтожается или что это происходит? Короче, я фиг знаю, что происходит, ты видел? Он реально горит! Что-то происходит с ним! Он реально загорелся. Я не знаю, может, там что-то активировался. Или он реально сам уничтожился. Ребята, вы видели все своими глазами. Кот Том по-настоящему просто загорелся или дымит. Что происходит, я вообще не понимаю. Но это реально полная жесть, ребята. Не забывайте поставить лайк. И давайте закажем на сайте Darknet его подружку Джинджер, если она еще жива. Ребята, мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!